с вами поделиться своим прорывом после тренинга. Тони Робинс. Я чемпион! Я пришел! Я чемпион! Чувствуете силу? Да! Физиология вот этого драйва, да, вот этой вот волны эмоций, коллективное вот это сознание людей, которые вместе с нами участвовали в этом тренинге, оно нас поднимает еще выше, и оно дает вот этот вот мощный прорыв для того, чтобы двигаться вперед. Я всегда, находясь на этих семинарах, заряжаюсь потрясающей энергией и, самое главное, начинаю делать что-то новое. Как вы видите, я начал этим заниматься. Начал делать конкретные шаги, а не просто думать. Свела стресса на моей работе к минимуму за счет изменения своего мышления, за счет изменения отношения ко многим вещам. Потому что не все установки, которые мы получаем, они на самом деле правильные, эффективные и выгодные для нас. Теперь я хочу кричать. Я хочу кричать от счастья. Я подзарядилась, я полна энергии, и я готова покорять этот мир. У меня был излишний перфекционизм. Я не давал себе права на ошибку, и это выражалось во всем. Вот это мое правило, которое у меня было, догма в голове, она мешала, в принципе, развиваться моим отношениям, быть мне счастливым. Когда ты на одной волне, на волне вот этой осознанности, намного проще, что ли, мы раскрывались, мы открывали наши мысли, идеи, цели. Переключаться вот так вот от вот такого грустного состояния, иногда, знаешь, злишься на кого-то, от этого состояния ресурсное. Я понял, как себя зажигать, я понял, как по щелчку пальцев делать так, чтобы у тебя просто закипала энергия. Я больше не испытываю страх, неуверенности и слабости. Я на правильном пути. И я добьюсь своих результатов всех.